Ladies and gentlemen, our distinguished guests, and everybody who joined us this lovely evening to celebrate this remarkable moment in the history of the AFC Academy of Law. My name is Jan Kachev. I'm manager of the AFC Academy of Law, and I will be your moderator for today. This afternoon, we're hosting graduation ceremony for professionals, our first AFC Foundation course for notaries who successfully finished the Foundations program and now belong to the cohort of people who combine local and AFC knowledge to apply them at their professional day-to-day activities. This is the first online graduation for professionals. Previously, we hosted one for students, and we at the AFC Academy of Law share and value the idea of economic growth through educational courses and self-development. That means that your knowledge combined with the tips and tricks we gave you at the Academy of Law will help you to boost the economy of Kazakhstan and boost your professional potential. Today, we have a few activities prepared for you, including speeches by our honorable guests, presentations of the certificates, video presentations from your teachers, and also participant speeches on the lecturing outcomes. So we do have yet few rules which we would be happy you to follow. If you can turn off your microphones to avoid disruption of the speakers, we would be really welcome. And also you can turn on your web cameras, it's up to you. At the same time, with no further delay, I'm delighted and honored
to invite Professor Igor Rogov, member of the UC Academy Council of the UC Academy of Law, for the speech. Игорь Иванович, вам слово. I guess there is some sort of a technical issue. Just give us a second. Connection is bad. Коллег нотариусов с успешным окончанием курса. Игорь Иванович, вас слышно? Вы можете начинать. Слышно, да? Да, теперь слышно. С успешным окончанием Академии права МФЦА. Как всем известно, Международный финансовый центр «Астана» был создан по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева. И это, собственно, и есть выражение его программы, которая была сформулирована в программе «100 конкретных шагов», направленную на диверсификацию экономики и развитие финансовой отрасли страны. Главными задачами МФЦА является привлечение инвестиций в нашу страну, а для этого необходимо обеспечить соответствующий международным стандартам правовой режим. А для этого сделано очень много. Еще в 2015 году был принят конституционный закон о Международном финансовом центре «Астана». Но в 2017 году дополнительные гарантии были заявлены путем внесения поправки в Конституцию Республики Казахстан, где прямо говорится о том, что на территории столицы нашей республики, ну, теперь столицы Нур-Султана, может быть сформирован соответствующий центр с особым правовым режимом в финансовой сфере. И поскольку вот этот закон о поправках в Конституцию Республики Казахстан подвергся международной экспертизе, в том числе он рассматривался на заседании Венецианской комиссии Совета Европы, которая не нашла каких-либо противоречий с теми международными стандартами, соблюдать которые Казахстан обязан в силу своего участия и в Декларации прав человека и в других путем принятия на себя этих обязательств, путем принятия участия в других международных соглашениях, договорах, то можно сказать, что вот этот режим, установленный на территории Международного финансового центра, он отвечает всем современным международным стандартам. В конституционном законе о Международном финансовом центре сказано, что правом МФЦА, действующим правом МФЦА, являются акты, принимаемые Международным финансовым центром, в основе которых лежит английское общее право. И я полагаю, что одним из таких мощных шагов, которые предприняло руководство МФЦА, явилось то, что была создана Академия права Международного финансового центра «Астана» для того, чтобы обучать наших граждан, наших юристов в первую очередь, вот этим основам английского права, которые находят свое выражение в праве МФЦА. Уже несколько выпусков состоялось нашей академии, я говорю нашей, потому что сам являюсь членом научного совета этого органа. И вот впервые прошел первый так выпуск нотариусов.
Я полагаю, что нотариусы, прошедшие обучение, сразу получают серьезное конкурентное преимущество по сравнению со своими коллегами, которые не имеют необходимой информации о праве МФЦА, об основах, элементах английского права. И искренне надеюсь, что то время, которое вы потратили здесь во время обучения в Академии, оно пойдет вам на пользу. Да, я думаю, вы сами это очень скоро почувствуете. От всей души я хочу поздравить вас с этим очень важным событием в вашей карьере, в вашей профессиональной деятельности. Пожелать вам не останавливаться на достигнутом, продолжать изучение и английского права в целом, и права МФЦА в особенности. Уже тот факт, что вы прошли обучение и получаете сегодня соответствующие документы, сертификаты, дипломы, говорит о том, что вы люди с очень высоким интеллектом. Не так-то просто пройти обучение на английском языке, которым пока еще владеет далеко не каждый гражданин нашей страны. Хотя программа трехязычия в свое время провозгласил наш первый президент, что каждый казахстанец должен знать государственный казахский язык, русский язык и английский. Она работает. Так вот, вы просто продемонстрировали жизненность этих установок нашего лидера нации. И получив эти необходимые знания, я хочу, чтобы вы продолжали их совершенствовать. И хочу пожелать вам новых успехов в вашей профессиональной деятельности. Ну, а учитывая особые условия, в которых мы сейчас находимся, конечно же, в первую очередь хочу пожелать вам здоровья и всего самого лучшего вам и вашим близким. Спасибо. Thank you, Professor, for such an inspiring speech, kind words. It's delightful to see, you know, the wisdom shared with the people, these insights and kind words during the graduation ceremony. Now, I would like to invite Asel Janabilova for the speech. Asel is chairperson of Republican Chamber of Notaries. And we would like you to give us a few words regarding the program. Асель, ваш выход. Thank you. Спасибо большое. Ну, тяжело, конечно, после уважаемого Игоря Ивановича говорить. Игорь Иванович осветил подробно деятельность МФЦА. Я довольно давно имею такую честь большую общаться и на разных площадках, и прежде всего участвую в Санкт-Петербургском юридическом форуме. Игорь Иванович всегда освещает и продвигает идеи и вопросы МФЦА в различных юрисдикциях. Мы все прекрасно, конечно, понимаем, что нотариат – это прежде всего, конечно, континентальная система права. И изначально, когда мы только начали вести переговоры с МФЦА относительно присутствия наших отечественных нотариусов на этой площадке, я действительно очень много спорила. Тем не менее, время не стоит на месте, мы идем вперед, понимая, что для того, чтобы привлекать инвестиции в нашу страну, у нас должен быть, безусловно, свой центр, где будут такие юрисдикции. Это, безусловно, система Common Law, которая позволяет всем нашим партнерам зарубежным на этой площадке безболезненно, значит, регистрировать свои юрисдикции, образовывать юридические лица, в том числе, значит, иностранные граждане могут пользоваться всеми теми условиями, которые созданы. Прекрасный центр. Мы неоднократно
участвовали и были на презентации всех мероприятий, проводимых в МФЦА. Очень отрадно, что действительно за время нашей работы в этом году и начиная с прошлого года мы достигли вот того, той договоренности, и сегодня мы становимся свидетелями вручения сертификата нашим первым нотариусам, которые успешно освоили эту уникальную юридическую образовательную программу «Основы права МФЦА для нотариусов», разработанную вот Академией права. Отрадно отметить, что в решении задач МФЦА, которое, еще раз отмечу, является привлечение инвестиций в экономику прежде всего и создание привлекательной среды для инвестирования. Конечно, у нас еще такой менталитет, что многие граждане, обращаясь в МФЦА, они хотят свои документы удостоверить в нотариальной форме. Поэтому, безусловно, понимая значимость нотариальной деятельности в современном обществе, мы полагаем, что это абсолютно бесценно. Казахстанский нотариат, он действительно за более чем 20-летнюю историю прошел большой путь в своем развитии. У него есть большой потенциал, это юристы в области гражданского права, и мы все понимаем, что для привлечения инвестиций, безусловно, это необходим тот гражданский оборот, который будет защищать, прежде всего, эти инвестиции. Более того, мы вот в июне планировали совместно с МФЦА и с посольством Франции в Республике Казахстан провести на площадке МФЦА большую конференцию по привлечению инвестиций в Казахстане и как нотариат может этому способствовать. Ну вот условия карантина нам не дали такую возможность, но я полагаю, все еще впереди, мы это все наверстаем, и мы все это успешно реализуем. Безусловно, мы все понимаем, что наши нотариусы, которые освоили эту программу, как сказал, очень отметил важно Игорь Иванович, они теперь на какую-то ступень выше всех наших других нотариусов. Почему? Потому что они теперь действительно понимают это право, действующее на МФЦА. И, естественно, они будут помогать нашим для привлечения и усиления этого оборота в стране. Мы надеемся продолжить активное участие с МФЦА в дальнейшем расширении научных связей, безусловно, в первую очередь с Академией права, разрабатывать какие-то единые стратегии и проекты, а также, значит, реализовывать и делиться какими-то знаниями через различные программы и мероприятия. Я хочу также поблагодарить своих коллег-нотариусов, которые приняли активное участие в этой программе. Ряд нотариусов успешно прошли тестирование, и сегодня они получат сертификаты. Я горда тем, безусловно, я хочу сказать и отметить это, что вот ряд моих коллег, таких как Венера Камратова, как Алтынай Макешева, как Ажар Каргамбекова и другие мои коллеги-нотариусы, они пошли до конца, и даже несмотря на то, что все это проходило в режиме карантина, чрезвычайного положения в стране, они активно и серьезно отнеслись к этим вопросам, именно вопросам достойного обучения. Хочу всем нам пожелать, безусловно, процветания, процветания нашей стране, процветания нашей МФЦА, процветания всем нашим правовым институтам. Хочу пожелать также дальнейших побед и свершений, творческих удач и, безусловно, вдохновения. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое за добрые слова. Now, I would like to announce the beginning of the first part of the graduation ceremony. Professor Alexander van der Poot, chairperson of the Academic Council, will present the certificates of successful completion of the program to the notaries. Professor, the floor is yours. Good afternoon and congratulations to everybody. We are here today to celebrate your success. And we're very pleased that so many notaries have successfully completed the certificates which we will now award. So, the first certificate, please. So this certificate is awarded to Moldagulova Aliya. Moldagulova Aliya, congratulations with your achievements. The second certificate is awarded to Aminova Zibek.
Again, congratulations, Aminova Zhibek, for your achievements. Then the third certificate is awarded to Bai Doletova Perizat. Congratulations to you as well. Then we have Barli Bayeva Gulnara. Congratulations, Gulnara. Next is Korgam Bekova Ajar. Ajar, congratulations from all of us. Then we have Makesheva Altinai. Altinai, congratulations. Makesheva Egrim. I'm pleased to see, by the way, that we have many women among the graduation class. This is excellent news for the sake of diversity. And then we have Akesheva Kulzum. Congratulations to you as well. And then Aristambek Uljalgas. Sorry about it. Uljalgas, congratulations. Ayaganov Oljas. Congratulations, Olgash. And then Mustafina Asamgul. The many names are recognized, by the way. So Asamgul, congratulations. Altin Belkuli Aydar, congratulations, Aydar, with your achievements. And Amirova Gulnar, congratulations, Gulnar, as well. Akhmetova Lialia, congratulations, Lialia. Yunesh Bekova Karligash, congratulations, Karligash. Komratova Venera, congratulations, Venera. Shakitayeva Altinai, congratulations, Altinai. Keshe Tayev Arman. Arman, well done, congratulations. Sarmanova Yulia. Yulia, also well done, congratulations with your achievement. Altinbayeva Gulmira. Gulmira, well done, thank you. Doletiar Mariam. Mariam, congratulations. Doleti Koyesheva Janara. Janara, congratulations. Nurgalieva Dinara. Dinara, we're proud of you, congratulations. Tapayeva Risaldi. Risaldi, congratulations. Kashenova Kuralai. Kuralai, well done, congratulations. And just a very short comment. Unfortunately, we have to do this in a virtual way. We hope to see you in person and then congratulate you in person. But again, I would like to say we're really proud of you and we hope that the certificate and the education you have received will help you to even become better notaries. Notaries are of critical importance, obviously, in Kazakhstan and as part of the legal system. Thank you. Thank you, Professor Van der Put, for your kind words and presentation of the certificates. We do appreciate this. And now we would like to announce the second part of our graduation ceremony, where Professor Bahajan Ibrahim, member of the FC Academy Council, will present the certificates of appreciation for attending the program to the notaries. Professor Bahajan, we're all attention. Thank you very much, Jan. Good afternoon, dear colleagues. I am very glad to see you again on the Zoom. Добрый вечер, дорогие коллеги. Я вас рад видеть. Хотя мы сейчас с вами встречаемся не офлайн, но онлайн, тем не менее, сегодня очень важная и знаковая встреча. Вот. Я вспоминаю прошлогодний разговор с Асиль Булатовной по поводу нашего сотрудничества, когда мы инициировали этот вопрос. И вот сегодня мы с вами уже являемся свидетелями первого опыта успешного сотрудничества Республиканской нотариальной палаты и Академии права МФЦА.
Я думаю, что сегодня, сегодняшняя наша церемония, она знаковая и особенная еще тем, что наши коллеги, нотариусы сегодня открывают новую страницу в своем интеллектуальном и профессиональном росте. Они раскрывают новые горизонты, ознакомившись с правом МФЦР. Действительно, как отметил наш уважаемый коллега, учитель Игорь Иванович Рогов, акт МФЦА является особой правовой экосистемой, действующей на территории Казахстана и обладающей принципом экстерриториальности. То есть сегодня мы с вами знаем, что в Казахстане есть две правовые системы. Это национальная правовая система и правовая система, основанная на актах МФЦА. И вот это, что это такое, как его применять и как его понимать, какие его особенности. Вот и на это была направлена наша Foundation программа для нотариусов, которую успешно вы закончили. Сейчас удобно говорить, и это такое модное слово «new skills» называется, новые навыки. Сегодня новые навыки очень важны для всех и, прежде всего, для наших коллег-нотариусов, потому что знание общего английского права, безусловно, откроет для вас новые возможности вашей правоприменительной практики, даст вам возможность более эффективнее реализовать свой компетентностный потенциал для того, чтобы вы могли более профессионально выполнять свои обязанности. Вместе с тем, и это поможет нам, ФЦА, для того, чтобы специалисты и, прежде всего, наши коллеги-нотариусы, зная особенности регулирования и применения актов МФЦА, могли умело ими управлять и применять на практике. Поэтому я думаю, что Асет Булатовна состоялся очень полезный, взаимовыгодный обмен информацией. Я надеюсь, что, как сегодня вы сказали, это первая ступенька, по которому начали идти наши коллеги, нотариусы. И впереди вас ждут еще более значимые вершины и более значимые достижения. Поэтому я еще раз хочу поблагодарить Дэвида Галла, директора Академии права, за организацию такого важного и нужного мероприятия. Это уже стало традиционным, поскольку нотариусы – это часть и важная часть юридического сообщества Казахстана. И важно то, что они показали себя как наиболее продвинутые часть юридического сообщества, которые одним из первых ознакомились с особенностями правового регулирования МФЦА, применения актов МФЦА. И это даст стимул и развитие для того, чтобы остальная часть юридического сообщества активно подключалась к нашим программам, которые инициируются и организовываются Академией права. Особая признательность, конечно же, нашим коллегам, лекторам, которые, спикеры, которые вели эти занятия. Вот, я думаю, что это был такой взаимодополняемый процесс, и вы, как практики, очень хорошо знаете, где, какие нормы и акты МФЦА, скажем так, не так эффективно могут регулировать те или иные отношения или же противоречить национальному праву. Поэтому ваши предложения будут тоже важным подспорьем в деле дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы МФЦА и в целом национального законодательства. В заключение я хочу вас всех, уважаемые коллеги, поздравить. Поздравить Асель Булатовну, Дэвида Галла с успешным завершением очередного курса обучения для нотариусов. Это стало традицией. И надеюсь, что таким образом круг наших партнеров
будет и дальше расширяться. Құрметті бүгінгі жиынға қатысушылар, баршаңызды жүректен осы бүгінгі есте қалатын оқиғамен құттықтаймын. Бұл шынайы да үлкен жетістік, себебі сіздер өздеріңізге жаңа бір бағыт ашып атсыздар, жаңа білім, жаңа кәсіп, жаңа қабілет тауып атсыздар сол себептен. Осының бәрін жаңа құқықтық заңнамаларды біле отырып, осыны қолдану отырып, бұл сіздер үшін үлкен көмек болашақ сіздердің жұмыстарыңызда. Сол себептен сіздерге баршаңызға өз атынан ризашылығымды білдіремін. Осылай жұмыстарыңыз сәтті болсын, болашақта әлде талай осындай қарым-қатынаста боламыз деп мен толық сенемін. Рахмет, thank you very much, dear colleagues. Professor Bahajan, now would you be so kind to announce the certificates for our notaries one by one? Yes. Smailova Indira. Bulpaeva Marjan. Dospolova Gulmira. Kinsimbaeva Zeynep. Нұрбаева Жанаргүл, Әділбекова Гүлзира, Исқақов Серік, Венера Нығмет, Оспанова Анар, Қаджиева Асия, Шынтемирова Салтанат, Жайлаубаева Гүлназия, Гүләйім Тілеуханова, Жолжақсы Айжан, Дайрабаева Гүлзира, Абельдинова Алия, Бексултанова Айман, Қасымжанова Дилляра, Нукушева Зауре, Шаймерденова Гауғар, Бекбосынова Асел, Қожахметова Гауғар, Кошекова Нұргүл, Белгибаева Асенгүл, Дүмшебаева Динара, Надежда Жакупова, Талғат Молдатай, Жанна Тайтанова, Лұқпанова Айгүл, Лұқпанова Айгүл, осымен соңғысы ғой, последний ен, да? Да, да, все, последний. Ал енді баршаңызды тағы да осы үлкен сәттілік оқиғамен құттықтаймын, үлкен жетістік тілеймін, болашақта талпынып, жаңа белестерге жете беріңіздер. Рахмет, thank you very much. Thank you, Professor Adraim, for your kind words and presentation of the certificates, as well as outlining our connections with, you know, between the AFC and the Chamber of Notaries and other governmental bodies. We do hope that more of such programs will come in the future. And now, our next item on the agenda is to share with you a small video provided by the lecturers who didn't manage to attend this ceremony, but wanted to congratulate you. At least not all of them attended, but they do wanted to congratulate you on this remarkable day. So please, now let's watch this small video. Dear notaries, congratulations on successful completion of the AFC Foundation's program for notaries held at the AFC Academy of Law.
I wish you all the best in your future endeavors, and I hope that the theoretical and practical knowledge you gained on this program will successfully contribute to your notary activities and your work. Good luck. Dear notaries, dear colleagues, hope you enjoyed all the webinars on the FC General Legal Framework. It was not easy for you, but you did it. And we will be there to see you succeed here in the AIFC. Wishing you all big accomplishments and all the best on your next steps within AIFC. Congratulations. Dear notaries, please accept my congratulations on this remarkable accomplishment of the AIFC Foundations Program. I'm sure you will make a major contribution to your further activities as well as to our country with knowledge and practice gained at the AIFC Academy of Law. Good luck and warmest regards. Thank you for being with us. Dear notaries, it was a great pleasure to make a presentation for you. I hope you found a lot of new and useful information about registration and post-registration process in the AIFC. The Office of the Registrar of Companies tried to make our lecture as practical as possible. Keep studying, keep going, achieve your goals. I wish all of you good luck, good health, and all the best in the future. Thank you. Dear notaries, congratulations on finishing the course at the AIFC Academy of Law. Hope you enjoyed the financial services framework regulations and get exposure to our regulatory framework. I wish you further success in your work. We do apologize that the video wasn't, you know, on the top quality, but technical restrictions are still with us. That's probably one of the bad sides of hosting events online. But this video indeed shows that knowledge was not the only thing that was shared between our lecturers and students. Bonds of friendship and mutual respect were formed, and I think this shows how great this program was. Now, we're coming to an end of our ceremony. We would like to invite few notaries to provide a speech on the learning outcomes. We do thank our honorable guests for providing speech, and now we would like to give a floor to students who completed the course and would like to share their opinion and values they obtained. Please welcome Venera Kamratova. Venera, we're all yours. Ladies and gentlemen, on behalf of the notary community of Nur-Sultan, I am pleased to welcome all participants of this award ceremony. Today, on the 16th of June, in online format, we become eyewitnesses of an important solemn event that takes place due to the cooperation of the Minister of Justice of Republic of Kazakhstan, the Republican Notary Chamber of the Republic of Kazakhstan, the Notary Chamber of Nur-Sultan City, the Astana International Financial Center, and in particular, the Law Academy of the Astana International Financial Center. Firstly, I would like to note that the organized program, fundamental of the AIFC Law for Notaries, is an important event for the professional activity of the notarial community of our Republic. Secondly, on behalf of the notaries of the Republic, I sincerely join my gratitude for the brilliant organization of this project to all lecturers, supervisors, organizers, ideological inspirers, and the leadership of the AIFC Law Academy, and all relevant employees of the AIFC, of the Republican Notary Chamber of the Republic of Kazakhstan, who jointly all together enriched the legal data bank of our knowledge and our proficiency. Especially, I would like to express my gratitude to the center staff who were responsible for the technical support of our studies, since in terms of online training, all the lectures were presented in excellent quality, convenient access, informative content, and concise presentations. The great Chinese Confucius once said, "Study as you constantly feel a lack of knowledge, as you are constantly afraid to lose your knowledge." And notary studied all these days. How works given had a direct impact on the final result. Without self-training, it was really impossible to move forward. In my personal opinion, we received an invaluable gift as part of us as a unique project, a legal dialogue between English and continental law.
with a complete immersion in a world of lectures presented especially in English, and which involved knowledge of legal terminology and the application of knowledge in the general and private jurisdictions of law. And there are three interesting training modules that allowed us, the notaries of Republic, to get acquainted with the fundamentals of the RFC law, the fundamentals of dispute resolution, and also fundamentals of law in the field of regulation of financial services within a rather, I can say, a short period of time. And during this period, we got acquainted while passing exams with questions which really were artificially sometimes veiled, and as we all know, compiled, because we had to deal with English law. For three examination days, all of us felt a slight adrenaline and excitement and the desire for self-development, self-improvement, and achieving a successful outcome. And the notary of our country, representatives of legal institution, providing qualified legal assistance which protect the rights and interests as individuals, as legal entities, in my opinion, they have very successfully coped with the opportunity, as evidenced by our today's meeting. So I want to say bravo to all colleagues who shared this fascinating journey with me in a wonderful world of AIFC law. Thank you for your attention. And I hope to see you soon within the framework of future cooperation. And the next person who will make a speech is my colleague, Altınay Makeshova. Thank you. Thank you, Venera. We do appreciate the words. We do appreciate the warmness in this word. It was indeed, rather than being like a short or, you know, dry, it was heartful. It was emotional. Thank you for such a kind words. And we do appreciate this. Now we would like to invite Altınay Makeshova to share her experience with us. Altınay, floor is yours, please. Dear ladies and gentlemen, do you hear me? Yes, we do hear you. Okay, I welcome you on the behalf of all notaries of the Republic of Kazakhstan and on my own behalf. I would like to thank you, to thank remarkable persons in this period of our training. It's Asel Platkazivna Janabilova, Chairman of the Republic Notary Chamber, Minister of Justice Bikitaev Marat Bakuzhanovich, and the AIFC Law Academy for an excellent training course that allowed us to learn the basics of English law. I also want to highlight the step of social responsibility, providing us notaries with a training course free of charge. We really appreciate it. Many thanks to all our lecturers and organizers for the excellent opportunity. Your lectures were very brilliant and very interesting. Useful contribution to education, interesting and accessible presentation of material, and for your teaching talent. This is a great opportunity to systemize our concept of English law. And I congratulate all my colleagues, notaries of the Republic of Kazakhstan, for successful completion of the course and acquisition of knowledge. May all our best dreams come true and our knowledge benefits all of us. I thank all of you for your attention and hope that we will successfully apply acquired knowledge in practice. Thank you, Altınay. Thank you. This is indeed a privilege for us to host a graduation event for you and to go through this path with you, helping you with the knowledge we can provide and gaining, you know, knowledge from you as well, because it's always a two-way highway. And now for the closing remarks, I would like to invite David Gallo, head of the UC Academy of Law, for the speech. David, for all attention. Thank you, Jan. I appreciate it. Good afternoon, welcome distinguished speakers, AIFC expert lecturers, honored guests, and of course, our outstanding and fabulous certificate recipients. To raise awareness about the structure and jurisdiction of the AIFC among notaries of the Republic of Kazakhstan, the AIFC Academy of Law developed a unique legal education program.
We called it AIFC Foundation's Program for Notaries. Congratulations to all of you who have earned certificates. Let's reflect just for a moment on your educational experience. Graduations, awards, recognition, these are great moments and we need to savor them. Let's savor this one for just a moment. The program consisted of three modules covering the key foundational subjects required to gain a comprehensive understanding of the AIFC legal system and to work in the AIFC jurisdiction. The program included foundational modules in the AIFC legal framework, dispute resolution, and financial services regulation. The lectures, as you recall, under each module were delivered online by AIFC executives, employees, and experts who are subject matter specialists. They're really the finest, most informed lecturers in the world on this subject, and we were very happy to make them available for this program. The program consisted of 14 hours of live lectures, as you well recall, and about 40 hours plus of pre-work. And most important, every Wednesday from 5 o'clock till 7 o'clock, you put your time and effort into this. So we want to thank all of you for your hard work, sacrifice, and dedication as you really undertook to develop your professional competencies by learning more about the AIFC jurisdiction. We also want to thank the Republican Notary Chamber of the Republic of Kazakhstan and the Notary Chamber of Nur-Sultan for supporting this event and for facilitating enrollments and help making this event a reality. On behalf of the AIFC Academy of Law, please accept my heartfelt congratulations for your accomplishment. Remember, you are making history every day as we together dedicate ourselves to the commercial development and the long-term economic growth of the Republic of Kazakhstan. Congratulations to each and every one of you. Thank you. Thank you, David, for such an outstanding speech. And now, after such an intense and amazing ceremony, we are officially announcing the end of the event. We are grateful to our honorable speakers for joining us. Thank you, all professionals who are here with us, who managed to find time to join us. This wouldn't happen without you, definitely. We at the AIFC Academy of Law wish you all the best and hope that our paths will cross many times more and we will achieve together outstanding results. Thank you, everybody, and goodbye.